Следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю начало доследственную проверку о множественных нарушениях в учреждении социального обслуживания в селе Ягодное Читинского района после выхода репортажа ЗАП-ТВ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи опросят пациентов учреждения, соберут объяснения руководства и персонала, а также изучат документы организации. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Егор Марков, если следователи найдут упомянутые в сюжете нарушения, то сразу возбудят уголовные дела. Владимир Путин подписал закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц при тратах на спорт и фитнес. Такие услуги должны оказывать организации и предприниматели, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Максимальный размер вычета 15 600 рублей в год. Чтобы вернуть деньги, нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату услуг. Бывшего начальника отдела перспективного развития новой техники ЗАБЖД Станислава Матвеева назначили на должность заместителя министра планирования и развития Забайкальского края по итогам открытого конкурса «Забайкальский призыв». Об этом сообщается на сайте ведомства. Станислав Матвеев с 2000 года работал в различных подразделениях Забайкальской железной дороги. Помимо этого, новый зам работал в коммерческих компаниях, в том числе и за рубежом. В 2011 году в Москве он прошел обучение в Академии народного хозяйства и государственной службы в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства. Медицинские работники в районах Забайкальского края недополучили 3,5 миллиона рублей по стимулирующим выплатам, выплачиваемых за работу с больными коронавирусной инфекцией. Об этом накануне на своей странице в Фейсбуке написал депутат Госдумы Юрий Волков. Парламентарий решил инициировать комплексную проверку в районах региона после случая в Борзинской ЦРБ, когда 222 медработника недополучили 700 тысяч рублей.